la 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 la. Чтобы она тебя заметила. Что? Что? Ее нужно поразить. Понял? Понял. Повтори. Поразить. Отлично. Действуем так. Ты сидишь здесь. Так. Держишь газ. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Мы стоим в линии. Из-за угла появляется она. Ничего не подозревай. Мы даем тебе отмашку. Модель. Раз. Пончик. Два. Я. Три. Ты даешь газ до отказа и пошел. Пошел, пошел. Пошел, 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 пошел. Набираешь скорость здесь по тормозам. Делаешь кульбит. Еще раз. Открываешь дверь. Смотри. Нет, вы что, задеваете, а? Марс Степанович, что? Марс Степанович, я сейчас на газон поставлю. Я клянусь. Смотри, где тормоз? Спокойно, спокойно. Спокойно. Пошел! 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 Почему опять не работаешь, Четвергов? Почему снова отдыхаешь? Что-то больно долго ты возишься с этим усатиком, Евсеев. Ну что с ним делать, товарищи общественники? Вроде бы он не хулиган, не пьяница, может быть, даже не остолоп, но трудиться не желает категорически. Можно сказать, даже принципиально, и все тут. Мне нравилось твое пение, Кеша. В институт ты не попал, я устроил тебя сантехником. Потом подсобным рабочим в магазин. Затем подручным к истопнику. В баню. Только ты как колобок, Четвергов. Колобок? Колобок. Докатился. Голубок. И от бабушки убег. И от дедушки убег. И от внучки убег. И от жучки. Нехорошо. Я вам честно скажу, люди добрые, откровенно пожалуюсь вам. Я ужасно, ужасно несобранный, а почему, не знаю сам. Руки сами по себе, ноги сами по себе, голова то ли там, то ли тут. Пока руки собираю, ноги в сторону бегут. Пока ноги догоняют, 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 догоняют. Руки песенку поют, то ли там, то ли тут.
ли там, то ли там, то ли тут, па-ба-ра-ба-ри-ба-ри-ба, то ли там, то ли тут, па-ба-ри-ба-ри-ба-ри-по, то ли там, то ли тут, па-ба-ба-ри-бу, то ли там, то ли тут, там-да-ба-ри-ба-ри-ба-ри-по. Вот какие нелепые штуки происходят с людьми иногда. Говорят, надо взять тебя в руки, я готов, но вот беда. Руки сами по себе, ноги сами по себе, голова то ли там, то ли тут. Пока руки собираю, ноги в сторону бегут. Пока ноги догоняю, догоняют, 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 догоняют. Руки песенку поют. Ясно. Будем передавать дело и все тут. Правильно, давно пора. Все, надоело, хватит. Товарищи, у меня есть предложение. Никаких предложений. Товарищи, есть предложение. Есть предложение не доводить дело. Потому что надо дать человеку последний шанс. А где Четвергов? Четвергов где? Отдайте его моим бармалейщикам. А я уж думал, конец. Все. Завтра начинаю вкалывать. Работа секретная. Думаю, дело с космосом связано. Так что читайте газеты. Thank you.
аппетит! Это уже баловство. Арина? О. Здесь еще мешок с мягкими игрушками должен быть. А, сейчас, сейчас. Вот, вот он мешок, вот, вот. Вот мешок с мишками, да. Мягкой мишкой. Роза, мишка один. Один. Мишка красный, в штанах один. Один. Так. Мишка коричневый, бутылкой один. С соской. Соской, ладно, соской. Да. Ой, что это? Мальчик больной какой-то. Да нет, это не мягкая игрушка. Не мягкая. Здрасте. Милый мой дикобразик. Я ведь только потому пришла тебе на помощь. Чего? Что ты, по-моему, прямо не желаешь расставаться с детством. Алло? Алло, минуточку, минуточку. Да, директор детсада Михальчук. Да, спасибо, игрушки получили. Но меня волнует дача. А что это у вас там с рубероидом, а? А, пришлёте. Да-да, обязательно дачу. Просто необходимо. Нам дача к 1 мая. Да. Что? Что? Простите, минуточку, это я не вам. Да? Ну, ты не волнуйся, Валера, не волнуйся. Ну, боже мой, какое безобразие, а? Безобразие. Алло, третья группа? Зиночка, ну что же вас опять, Александров ест кактус? Ну, ест в раздевалке, бегите скорее туда. Да, все. Спасибо, Валерий. Да, извините. Алексей Иванович, так, о даче мы договорились. Теперь в среду мы выступаем у шефа, приготовьте, пожалуйста, автобус. Да. Минуточку. Иннокентий, познакомься. Это самая заслуженная нянечка из всех существующих на земле. Кеша. Арина Дадионовна. Что, та самая подруга дней, да? Передай. Инвентарь передай. Марине Борисовне. Если бы ты знал, сколько выдающихся людей она воспитала. А я неспособный. А неспособных не бывает. Пожалуйста, халатик. Народ там серьезный, сплошные сорванцы. Атмосфера для тебя будет вполне привычной. Да. Если что, пощады не жди четвертую. О, нет, только не к этим. Назвался Буздин, полезай в кузов. Ребята, ребяточки, внимание, внимание, все меня слушают. Танечка, повернись ко мне, детка. Посмотрите. Кто пришел? Какой дядя? Этого дядю зовут Иннокентий Петрович. 3-4. Как зовут? Иннокентий Петрович! Ой, очень плохо. Недружно. Еще разок. Иннокентий Петрович! Прекрасно! Не надо бросать, не надо, не надо. Дайте. Ребята, этот дядя будет у вас ночной няней. Иннокентий, молчи. Браво! Браво! Какое браво? Какая няня? Ночная. Извините, но вы же сказали, что я буду петь песни. Прекрасно. Гагарина Родионовна. Что Гагарина Родионовна? Ну, представляете, что вы говорите, я Гагарина Родионовна. Это будет великолепно. Что великолепно? Ну, какая из меня няня? Я трудный ребенок. У меня недавно у самого была няня. Чего? Ну, смотрите, она няня. Ну, и я няня. Ну, какая я няня? Ну, скажите. Извините. Извините. Ребята, он будет ночной нянь. Спокойно, сказали, спокойно. Будут и ночи, будут права. Их соловьи. Ну и какая работа? Посмотри, работа какая. Ну, пустяковая. Так. Вот берешь инструмент, да. Открываешь крышечку. Сажаешь. Так, вот так. Раз, так, раз, раз. Так. Все, все, закрываешь и уносишь. И все? Ну да. Ой, ерунда, тогда ладно. Много народу? 30 человек. 30 человек, ерунда. Мы договорились. Иннокентий, вернись! Эй, ты,
Попался, родимый. Ну-ка, я-ка такой. Ножку, ножку. Маленько маловато. Нет на твою ножку. Придется связать. Здрасте. Вы не могли бы через 5 минут подъехать вон к тому подъезду, а? Не пойдет. Ну, подождите секундочку. Понимаете, в чем дело? Займет все это 5 минут. Вы выходите из машины, подъезжаете вон к тому подъезду, выходите из машины, говорите, Иннокентий Петрович, это я. Я сажусь к вам в машину, доезжаем до угла, сворачиваем за него, останавливаемся, я выхожу из машины, спасибо, все. Не пойдет. Ну, подожди. Ну, ну ты даешь. Правильно. Значит, вот так налево, да? Ну да, вон у того воды. Слушай, шляпа, старик, одолжи. Свою в залог оставлю, всего 5 минут, а? Ну ты даешь. Отлично. Алло, Владимир Александрович. Алло, алло. Владимир Александрович, это я, Иннокентий Петрович. Ну как вы там без меня? А? Ну, нормально. Машину выслали? Ага. Ну, скоро подъеду, скоро подъеду. Без меня не начинайте. Значит, говорите, выслали машину-то. Ага. Ну ладно, скоро буду. Угу. Фу. Что, машину пришли? Да. Держи-ка. Слушай, мне нельзя куда-нибудь пристроить. Трудно там, Пончик. Трудно. Ну, я буду стараться. В бане ты как? Да ну, ходить себе раз надоело. А? Тоже уйду. Ну, не знаю, вообще там было в старшей группе вакантное место. Ну? Похлопочу. Похлопочи. Ну, а ты с людьми работать умеешь? Ты же меня знаешь. Ну, похлопочу. Ага. Похлопочи, а? Только не забудь, ладно, Кеш, я очень прошу. Ты куда это намылился-то на ночь глядя, а? На работу. За ним сейчас машину пришлют. Чайку. Сейчас увидишь. Ну, достал. Держи. Спасибо. А фару? Какую? Ах, фару. Да ты знаешь, я разговаривал там за складом луноходов. Есть такая Арина Родионовна. Вообще-то она обещала. А подойдет? Ну, о чем ты говоришь? А это что это такое? Спецодежной лапой. Что, у вас халаты дают? Конечно, это же не у вас в бане. А что в бане? А? В общем, работа творческая. Экспериментальная группа, 30 человек, один из них я. Сегодня с утра как пришел, 1,5 часа гоняли, гоняли на разные темы. Ну ничего, ничего, нас ведь голыми руками не возьмешь. Не возьмешь нас голыми руками-то. Выкрутился. Иннокентий Петрович, пора! Понимаю. Ну, Пончик, пора. Я верю, друзья, караваны и ракеты помчат нас вперед. От звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких. Привет, в лабораторию. Большое спасибо. Шляпа-то. Ах, да. Так, держи. Пока. Давай. Заправленные планшеты.
куда? Пипи, что ли? А куда? К маме. Иннокентий Петрович, мне очень нужно к маме. Пусти меня, пожалуйста. Давай. Стой! Погоди, какая мама? Два часа ночи, ты что? Ну-ка спать быстро. Ты что, парень? Соображай, что ты делаешь вообще? Отпусти меня! Подожди, тихо. Потише, все спят. Меня. Тихо, все спят. Подожди, скоро будет пятница, придет твоя мама и тебя заберет. А сейчас ночь, все спят. И ты тоже спи. Мама твоя спит. Нет, она не спит, она работает. Видишь, работает. Ты спи. А я хочу к ней на работу. Слышь, нельзя. Сейчас был на улице, там столько волков, они тебя съедят. Ты видишь, на улице они съедят. Не бывает волков. Здрасте, я только что их сам своими глазами видел. Идут там куча волков. Не бывает. Я говорю, бывает. Не бывает. Бывает. Тихо. Не бывает. Что это? Сказку хочу. Старик, ну какая сказка? Два часа ночи, спи. Хочу сказку. Спи. Тихо, хочу тихо, сказку. Тихо, тихо, сказку. Ну хорошо, 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 расскажу. Только закрой глаза. Закрой глаза, не открывай. Жили-были качан с капустой и с кочерыжкой. Так. И еще подружка тыква. Правильно. Вот жили-были качан с кочерыжкой и подружка тыква. И была у них... Это... Хватит. Что хватит? А вот это... Про тыкву? Давай тебе другую лучше сказку расскажу. Давай. Значит, только закрой глаза. Жил-был дед с этой, как ее? С Олепкой. С кем? С капустой. Дед с капустой. Хорошо, жил-был дед с капустой. И была у них дочка. Аленушка. Аленушка. Бабка-яга жила. Правильно, бабка-яга жила. А еще жил-был... Змей Горыныч. Верно. Вот жили они... С Кикиморой, даже с Лешей. С Лешем и с Кикиморой. Ну, в общем, жили они все вместе. Хорошо жили. А рядом в подъезде жил... Кто? Иванушка. С сестрицей Аленушкой. Вот. И любили они друг друга. Сил никаких не было. И вот однажды ночью, когда Аленушка и братец Иванушка спали, к ним прокралась Баба-Яга, Кощей Бессмертный. Водяной. Это Кикимора. И после этого они схватили Аленушка и братца Иванушку в машину, повезли их на Курский вокзал. Там запаковали в хрустальный гроб, забили его гвоздями, закинули на дерево, а ключик спрятали в камеру хранения. Дальше было не в сказке сказать, не пером описать. Дальше. Дальше. Над вокзалом пролетал Карлсон. Карлсон все видел, все знает. Он летит к советскому разведчику Штирлицу. Штирлиц в это время играет роэля и пьет кофе. Карлсон говорит, Штирлиц наших бьют. Спокойно, старик, летим. Они садятся в Волгу М-24 и летят. Штирлиц видит Бармалея, Кощея Бессмертного, Бабу-Ягу и Мюллера. Штирлиц выскакивает из-за шкафа. Руки вверх, что наверх. Промолим, бум, гранаты по нему. Штирлиц, пах, упал. Это был тактический прием. Он встает и говорит, мимо, мимо, мимо. И пошел. Штирлиц проползает под столом, ставит пулемет. Ты-ды-ды-ды-ды, всех пострелял. Кикимору. Тут Бармалея хватает Тенгальгу. Бармалея раз на стенку. Потом бум, потом шишка так, оп, глаза так. Тут Штирлиц увидел Карлсона и Бабу-Ягу, он хватает нож. И так, бум, Баба-Яга, Баба-Яга. О! А, бум, бум. Штирлиц и скачет на коня. Он бжим, бжим, бжим. Всех порвал, всех уничтожил. Один Змей Горыныч остался. Он бежит, 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 бежит. Достает, ставит пушку. Ставит пушку, потом стреляет.
Колобок, колобок. Докатился глубоко. Кешенька, что это такое? Весь сад перебудили. Ай-яй-яй-яй. По кроваткам, по кроваткам. А ну, господа хорошие, спать. Спать, спать, спать. Борисовна! Борисовна! А, беда! Беда! Что? Ну, что? Усатая няня! Ну. Усатая няня! Ну. Ты не нервничай, пожалуйста. Он первый раз, чтоб ты знал. Позор! Пошли. А баюшки-баюшки, уж вы мои заюшки, а и где вы бегали, а и что вы делали? Уж мы бегали в лесу, били волка по носу. Запрягали комара, поезжали по дрова, торговали мишку за еловую шишку, а пока управились, до смерти упарились. Уж вы мои заюшки, спать ложите, баюшки. А я печку разожгу, оладушков напеку, на березовой коре, на лазоревой воде, на сметане, на меду, чтобы таяли во рту. А баюшки, баюшки, уж вы мои заюшки, баиньки, баиньки,
Воспитательница этой группы совершенно неожиданно сегодня выходит замуж. Поздравляю. Да. Нет, ты должен остаться здесь на весь день, потому что дневная нянечка уехала в район Чебоксар на соревнования по спортивному ориентированию. Ты понимаешь, а я ведь не могу... это мои очки, а я ведь тоже не могу остаться, потому что я должна пробивать дачу, иначе они останутся в Москве. Накиньте, проснись. Так, запоминай распорядок. Зарядка. Сейчас. Завтрак. Прогулка. Хорошо, чтобы... Обед. Потом тихо сейчас. Что? И заметан. Ну, я пошла спокойно. Иннокентий, последний шанс. Валера, я никуда не еду. Если что, я у себя. Кто это? Я Валера. Уйди отсюда. Проснись. Не уйду. На ком сказал? Вставай. Иди зарядка, отсюда. Ребята. Какая зарядка? Отвали. Сам отвали. Лети отсюда. Лети отсюда. Вставай. Доброе утро, товарищи. Занятие мы всегда начинаем с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Станьте на середину комнаты. Внимание! Вдохните на месте шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее держитесь, не горбитесь. Рано в рано буду руку стусок туру-ру-ру, а коробки в этой музыке, ну и му-му-му. Ревульонушка, ступай, в чистом поле погуляй, а вернется ветерком на снопы с молочком. Ноги поставьте врозь, пошире, 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 пошире. Пошире, пошире. Эх вы, пошире. Это надо делать пошире. Не так. Показывай. Сухим полотенцем. Желаю вам, товарищи, всего хорошего. Кошмар! Большая девушка, а там мы не увидим. Надо ли меня? Надо ли меня? У меня нету!
Это не ваш ребенок. Это не ваш ребенок. Это Гриша. Сидишь, а? Ну-ка, хавай быстрее, цепляй ложкой в пасть. Пасть у волка. Нехорошие люди так ротик называют. Тьфу. А где у вас туалет-то? Беспорядок, пасть, пасть, хавай, хавай, кошмар. А ты вообще молчи. Чья шапка? Ядовитая. А если она ядовитая, чего же ей зубы чистят? Да. Вот одно дело чистить, а другое есть. Я больше не буду. Предатель. Что там такое случилось? Стоп, 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 миленький. Она же вкусная, вишневая. Вишневой пасты не бывает. Не бывает. Нет, не бывает. Не бывает. Нет, не бывает. Не бывает. Но вишневой пасты не бывает. Не бывает. Да нет, не бывает. Не бывает. Нет, не бывает. Не бывает. Да не бывает. Ну дай сюда. Дай сюда. Ну что ты врешь, да? Ну что ж ты врешь? Она же у тебя апельсиновая. Нет, вишневая. Да нет, апельсиновая. А на самом деле она вишневая. Хорошо. Хорошо, я сейчас сам проверю. Если... Иголок и ниток нету. Одевайся. Они там на шкафчиках, чтобы мы не достали. В каком шкафчике? Шкафчик. Одевайся. Где пуговица? А? Хочешь фокус покажу? Давай. Видишь? А! Все! Лена! А! Без бантика ходила, походишь и без пуговицы. По одному. Ответь его. Ну-ка, живо, живо на площадку. Живо! Батюшки! Здравствуйте, дядя Кузя. Здравствуйте, дядя Кузя. Здравствуйте, здравствуйте. Нет, клады
Клады лежат в край света. Где край света? Где край света? А где он? Туда не дойти. Нет, дойди! Края света нет, не может быть. А почему? Потому что мы живем на шаре. А на воздушном, а он как? Лопнет и мы... А, нет, а мы как полетим? А если он лопнет, то мы в море утонем. А может, мы живем в воде? А если... Вам помочь? Нет, спасибо. Собаки болит. А у Максима зажили. Не болит? Не-а. Ну и нормально. Корхин, а зуб-то где же? Вчера выпал. И у меня, и у меня. Безобразие. Ну ладно, пошли. Быстренько.
Ну, ребят, во что играть будем? Что это за игра-то такая? Марина, ну что? Марина Борисовна, можно вас на минуточку? Марина Борисовна, идите к нам! Марина, иду! Марина Борисовна, идите к нам! Тут у нас какое-то море волнуется. Море волнуется. Море волнуется, это все очень просто. Кузя, да-да. Море волнуется. А, понятно. Так, море волнуется, раз. Море волнуется, два. Море волнуется, три. Морская фигура на месте, замерли. Замерли? Так, очень хорошо. Замечательно. Кузя, прекрасно. Хорошо, Коля. Анечка замечает, это понятно? Конечно. Так, лучшая фигура водит. Понятно. Я на тебя надеюсь. Марин Борисовна. Ребята, играем еще раз с Иннокентием Петровичем. Море волнуется, раз. Море волнуется, два. Море волнуется, три. Морская фигура на месте. Четверг. Замри. Иннокентий Петрович. Коля, хорошо. Ну, ласточка. Сережа, хорошо. Катя, приказ. Кузя, замечательно. Иннокентий Петрович лучше всех. Сережа, хорошо. Все хорошо. Море волнуется. Играем в прятки. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Разбежались. Четверг вылезает. Иннокентий Петрович. Иннокентий Петрович, есть ли жизнь на Марсе, а? Ну как насчет меня похлопотал, а? Ты сюда. Колош, халат не забудь. Четверг. Экспериментальная группа 30 человек. Где твои сотрудники? На горшках сидят, а? Иди сюда, Сева. Море волнуется раз. Море волнуется два. Море волнуется три. Замри, морская фигура. Ну ты очутишка, что ты даешь вообще? Ну как, похватал насчет меня? Бублик, мотыль, пончик. Пончик, бублик, мотыль. А по-другому Вася, Дима, Петя, так кажется. А знаете вы, Вася, Дима, Петя, что вот уже 30 человек на земле называют меня Иннокентий Петрович. Ждут, просят помочь, советуются. Я им нужен. Но космос... Что космос? Космос сделал он живное. Да. А дети? Дети, они перспективные. Их только надо почувствовать. Вот вы, например, вы же тоже не без способностей. Вас просто не почувствовали, и все. Кузя, эксперимент удался. Так что, Пончик, старшего тебе не обещаю. Рановато. А в среднюю приходи. Попробуем. Вот так вот. Крошка Сынка суплесу и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. У меня секретов нет. Слушайте, дечески, папа этого ответ помещаю в книги. Все правильно, Антон. Все правильно.
поле... Теремок? Нет, колобок. Он... И низок, не высок? Точно, он не низок, не высок. Он не узок, не широк. Он не близок, не далек. А без рук, без ног. Ни перчаток, ни сапог, но ничего у парня не было. А потому что колобок вот такой парень же на свете. Что? Совершенно круглобок. Вот и все. Ой, кто это? Мышка бежала. Мышка бежала? Мышка бежала, хвостиком махнула. И вот колобок шлепнулся на порог. И оттуда понемногу выкатился на дорогу. И о дедушке. И о бабушке. И от внучки. И от жучки. И от кошки. Эдешки. Что? Убежал! Отлично. Ура! Но тут ему навстречу из-за Нила. Горилла идет! Горилла! Под мышкой несет! Что? Крокодила! Горилла идет! Горилла! Дорогой крокодил, а ты чего вот в такие вот глазки? Это что, а, дорогой крокодил, а чего такие вот ушки, а? Это чтобы лучше слышать. Дорогой крокодил, а для чего вот, вот, вот такие вот зубки? Это чтобы лучше не съесть. Дорогой крокодил. Лучше я дальше пойду, я зайду к вам непременно только в будущем году. Ну а тут ему навстречу... Кто? Кощей Бессмертный. Бессмертный Кощей из одних костей не ест ничего, ни каши, ни щей. Ни пожрата, ни шоколада, только маленьких детей. Наконец-то, колобок, ты попался на зубок. Я сейчас тебя сгрызу, как орех. Ненавижу круглых, не люблю румяных, не люблю веселых и вообще всех. Уважаемый Кощей. Деда! Пиши, 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 милый, пиши, ну. И от дедушки. Да! И от бабушки. Да! И от внучки. Иннокентий, ты гений. Ну, гений, не гений, но тапочки заслужил. Да? Ну, вручай. Ну как, Иннокентий? Не жмет? Не жмет!
не жмет. Па-ра-рам-па-па-пам. То ли там, то ли тут. То ли там, то ли тут. Па-ра-рам-па-па-пам. А баюшки, баюшки, уж вы мои заюшки. Ай, где ж вы бегали, ай, что вы делали? Уж мы бегали в лесу, ба-ба-ба-ба-ба, били волка по носу. Пам-пам-пам-пам-пам, запрягали комара. Поезжали по дрова. Вскипел, наливай. А у тебя сегодня твои-то быстро-то угомонились. Так ведь детская реакция порой неадекватна. Ага. Наука. А ты эту вот науку три ночи изучаешь, так она помогает? Курослепов. Неадекватен. У меня тоже одна вот горлопанка сегодня никак не засыпала. Уж я ее и как, и сказки ей рассказывала, и песни пела. А и серые коты, не знаешь это? А и серые коты из-за моря шли, из-за моря шли, много снов нанесли. А и сон говорит, я тебя усыплю. А и дрема говорит, я тебя удремлю. Знаешь, да? Нет. Нет. А это вот тоже хорошо. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь она завоет. То заплачет, как дитя. То заплачет, как дитя. Понимал, а? Надо же. Выпьем, бедная подружка. Сколько ж вам лет, а, подруга дней? Так, много. Ну, давай выпьем. Прошу всех направляться к автобусам и успокойте детей. Ой, что такое? Что такое? Сереженька, ты плачешь? Ну, лапочка, мама приедет к тебе. Ну что? Ну что такое? Валер, ты смотри за ним получше, ладно? Ладно. Там все-таки лес, река. Да вы что, Андрюшка? Андрюшка, он все по ночам к матери просится. Мамуль. А новая ночная, она... она... Понял. В общем, ты понял, да? Петя, а где Иннокентий? А он куда с Валерой пошел, Марин Борисович? Как пусть с Валерой? Марин Борисович, это куда деть? Значит, это в красный автобус. Кузя, поищи Иннокентия. Ага. Арина Родионовна! Митя, ты милый, это же в четвертую группу. Бери назад. Красный, правильно, Васька, спасибо, сюда. Девочки,
Спасибо. Принимай. Так, так. Спасибо, Васенька. Там еще с игрушками. Красиво. Обязательно, Арина Родионовна. Ой, все, по-моему, все. Ой, все в порядке. Там. Через 15 минут скажите, мы будем выезжать. Скажите, пожалуйста, где четвертая группа? За углом. Ага, мы выезжаем. Чья это кукла? Чья кукла? Его нет нигде. Что ж получается-то? Значит, когда я обратно, то им лет по 7 будет. Не узнает ведь. Иннокентий! Зовут Борисовна. Валера! Пойдем. Что еще хотел сказать-то? Пойдем. Да, да. Аня, она зубы не чистит. Она щетку намочит водой, а зубы не чистит. Так что смотри. Позор. Что-то еще хотел сказать. Ах, вот. Максим хотел. Иннокентий, отнеси Валеру и помоги Арине. Хорошо. Сюда, вот иди. Арина Родионовна, помочь что-нибудь? Чего, чего? Ой! А где твои кудри? Ничего, у солдата голова, то под дождичком трава. Обрастешь быстро, солдатик. Ну, пошел я. Пошел, пошел. Ждем тебя, кудрявый. Ой, а ребята уж письмо тебе писать начали. Буквы пишут, пишут. Смотри, отвечай. Ну, Бога. Ну, пока, Валер. Вот, давай, заходи. Вот так, 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 так. Водители приготовились к движению. Товарищи родители, отойдите, пожалуйста, от автобуса. Ну, отойдите, пожалуйста. Внимание! Поехали! Ребята, ребята, подождите! Идите сюда! До свидания! Это, спасибо! Я к вам приеду! Я обязательно к вам приеду! Вадик, Максим, веди себя хорошо! Ну, пока! Пока! Я приеду! Я обязательно приеду! Я хочу вам рассказать сказку. Я хочу к тебе приехать в армию. Чай хочу пострелять из ружья. Дед, справляйся. Помнишь, как мы играли? Мой волнуется раз, мой волнуется два. Мой волнуется три. Только ты приедешь, мы будем тебя цветами встречать. Там стреляешь из своих орудий. Вкусно ли у тебя там еда? Ты сообщи нам, и мы с Димкой Дашевским к тебе приедем. Кеша, у меня в детском саду Арина Родионовна на спине плавать научила. Я упал на даче на велосипеде. Мне Спартак дал велосипед, а я упал. И об ручку разбил губу. У меня пошла кровь. А потом мне рукой и ее потер, и все прошло. Я вчера около огорода нашего, есть такое озеро, и мы ловили рыбу вчера. Ни одной не поймали. Потому что холодная погода вчера была, но одна клюнула, я ее пощекотел. Вот окуточка потряс, пощекотел ее, она просыпается. А хлебушек и не съела, она другой ела. А еще мне купили букварь и портфель. Портфель ранец. Он очень красивый, мне он очень нравится. С какой-то непонятной застежкой. Поздравляю, если получила ордена.